На большом поле есть узкая прямая канава длиной 500 метров. Турист стоит на берегу канавы на расстоянии 200 метров от ее конца, ну и 300 метров от другого конца. Нарисуйте все места, до которых он может дойти, если не будет прыгать через канаву и пройдет при этом не более 400 метров. Повторяю, преодолевать вот эту канаву запрещено. Он не хочет испачкаться. Он вот здесь стоит, наш человечек, сверху. Представьте себе, он стоит вот здесь, да? Сверху около канавы. Хочет пройти не более 400 метров. Нарисуйте часть поля, до которой он может дойти. Совсем простая задача, но приятная. Этот человек на краю канала может пройти мимо. В любую точку с этой стороны канавы в радиусе... А можно я вам сделаю заготовку, после чего вам станет гораздо легче рисовать? Если я беру вот здесь вот точку, то больше, чем на 400 он не убежит, больше, чем на 400 он не убежит. Поэтому я рисую вот здесь вот так 2, а здесь 3. Говорю, что это вот наша канава. Идею поняли, да? Вот здесь стоит наш турист вначале. Так, и теперь надо сделать так. Значит, 1, 2, 3, 4. Турист может идти на 400 метров в любую сторону и по окружности, то есть по воду. Отлично. То есть я сейчас должен взять центр в этой точке и рисовать округ. Да. Так, интересно, здесь это как будет. Ну, ребят, конечно, это в тетради, если делать, это, наверное, лучше циркулем. Хотя, в принципе, можно, если так немножко приноровиться, наверное, можно и без циркуля. Безусловно, до любых этих точек дойти можно. Да. Дальше. Но вторым он хочет вдоль канавы пройти 200 метров до конца и еще 200 метров в окружности. Ага. То есть будет примерно вот так. Хорошо. И в-третьих, можно от другого конца пройти 100 метров в окружности. То есть мог дойти сюда? И дальше бежать так, да? Да. И это все надо штриховать. Сверху полукруг, здесь полукруг и здесь полукруг. Так, все успели себе нарисовать. Господа, есть очень важная штука, это просто рисование картинок. Вот не надо недооценивать эту вещь. Просто нарисовать картинку. Если у вас получается некрасиво, ничего страшного.